Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала «Раз посылка, два посылка», который посвящен распаковке посылок из известных интернет-магазинов AliExpress, Яндекс.Маркет, Озон, Wildberries, Беру и многие другие. Сегодня у нас на распаковке 5 посылок, но они опять все большие, как очень часто у нас уже и бывает в последнее время. Посмотрите, все посылки достаточно крупные, и некоторые даже огромные, как, например, вот эта. Коробочка, и внизу коробка очень большая. И два пакетика поменьше. Вот этот и этот. Вот эта коробка и вот этот пакет мне привез магазин Озон. А все остальные с AliExpress. Я думаю, что начнем мы с маленьких пакетиков. И давайте раскроем вот этот. Посмотрим, что же внутри здесь. И что же нам привез Озон. Раз. Два. О, какой большой шар. Посмотрите только. Огромный просто. Это куколка. Кукла LOL Surprise Hair Vibes. Это серия кукол LOL с длинными красивыми волосами. Ну, она, в общем-то, так и называется. Этот шарик очень большой. Он просто огромный. И куколка должна быть здесь, соответственно, большая. Эта кукла обязательно будет на обзоре на канале Шалундрики, который посвящен обзору игрушек. И там ведется распаковка кукол LOL первой серии. Ну и добавляются различные другие новинки. Это, конечно, тоже относительно недавно появилось. И я решил посмотреть, что же это за куколки, чем же они отличаются от кукол первой серии и что в них вообще такого особенного. И вот все это мы посмотрим во время обзора и сравним, конечно, по размеру с обычными куклами LOL первой серии. Это оригинальная кукла, это не какая-либо копия, поэтому все будет так, как должно быть. В комплекте 15 сюрпризов. Опять, как обычно, много слоев упаковки, под которыми и спрятаны эти все сюрпризы. Кому интересно, пожалуйста, проходите. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео на тот канал. И ждите, когда же там будет на распаковке и обзоре эта замечательная куколка. И я хочу сказать, что эту куклу я потом разыграю среди своих подписчиков, так же, как и все остальные куклы LOL. А у нас и будет почти вся первая серия, часть второй серии, огромный чемодан. И еще вот будут добавляться такие различные новинки. Поэтому, кому интересно, следите. Но это еще не все. В этой упаковке шла еще одна куколка LOL. Ну, вернее, тут даже не куколка, а питомец. Посмотрите, изображение котенка. Тут должен быть какой-то домашний питомец. 7 слоев упаковки, 7 сюрпризов. И в конце, в самом конце, должен быть кто-то. А вот кто, мы узнаем как раз-таки во время распаковки на канале Шалундрики. Эти питомцы, не помню, к какой относятся серии. То ли к четвертой, то ли к пятой. Ну, все это мы узнаем во время обзора. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, проходите, ждите и смотрите, когда же там будет. А это у нас была первая посылочка. Переходим к следующей. И следующий у нас будет вот этот пакет. Посмотрим, что же здесь. Этот пакет нам пришел из интернет-магазина AliExpress. Это, мои дорогие, что-то нечто красивое. А нечто красивое – это стильный, модный, современный рюкзак. Посмотрите, какой он классный. А какой у него цвет интересный, такой голографический. Он переливается различными оттенками, которые только улавливает. Представляете, как будет красиво смотреться он на солнце. Здесь карман небольшой. Но туда можно положить телефон или что-то мелкое. Хотя телефон лично я не рекомендую класть в такие карманы. Уж очень они доступны. Посмотрите, какая красивая молния с двух сторон. Здесь ремешок у нас спрятан. И, конечно же, все заполнено для того, чтобы рюкзак держал форму, бумагой. Я сейчас вытащу, покажу вам, потому что уж очень хочется мне показать во всей красе этот рюкзачок. А знаете почему? Да потому что, дорогие мои, пришел он не просто так. И этот рюкзак вовсе пришел не для меня, а пришел он для вас, мои дорогие. И этот рюкзак, вот этот красивый, модный, стильный аксессуар для прекрасного пола я разыграю прямо в этом видео. Что для этого нужно?
А нужно всего лишь немного. Нужно быть подписанным на этот канал, и это первое условие. Обязательно написать комментарий тот, кто хочет получить столь стильный рюкзачок в подарок, и поставить лайк под этим видео. При соблюдении этих трех условий через 3 недели я выберу победителя. Выберет компьютерная программа по комментариям, а потом проверит остальные 2 условия, соответственно, лайк и подписку. И победителя я обязательно озвучу и выпущу в честь этого отдельный информационный ролик, посвященный итогам розыгрыша. Кому-нибудь такая красивая, стильная вещь достанется. Посмотрите, пожалуйста, он прозрачный, но в меру. Я бы сказала, полупрозрачный. Вот так видно мою руку. Из-за того, что он голографически бликует разными оттенками, содержимое хоть и будет просвечивать, но не будет как рыбка в аквариуме. Что и интересно. А летом, когда будет много солнечных лучей, все это будет красиво переливаться и очень-очень нарядно смотреться. Этот рюкзачок небольшой. Сейчас я примерно скажу, сколько он. Вот посмотрите, эта линейка у меня 30 сантиметров. Соответственно, он примерно 25 сантиметров в высоту. И примерно 10 сантиметров вместе с кармашком в ширину. Красивая ручка. Можно носить как за ручку этот рюкзак будет, так и пристегивается 2 ремешка, соответственно. И они на карабинчиках, что также удобно. Вот один. И эти ремешки... Они еще регулируются по размеру, нужный вам размер. Можно делать совсем длинный, или можно сделать до конца достаточно коротенький. Очень красивый, стильный, модный рюкзак. Мне прям очень нравится. Он в меру жесткий, соответственно, он не будет деформироваться. С такими вещами, я думаю, что все знают, наверное, как ухаживать. То есть мять его не стоит, даже если он... И достаточно жесткий, но форму потерять также может. Но он сделан из качественного пластика, мягкого достаточно. Я хочу сказать, что эти рюкзаки сейчас очень-очень актуальны. Именно вот сейчас мода на прозрачные сумки, на полупрозрачные сумки. А рюкзаки у нас до сих пор остаются трендом. Трендом моды. Помимо этого, это же очень удобно. Повесил на спину рюкзачок и пошел. Ну, можно за одну ручку, можно за обе ручки. Кому хочется, можно носить в руках. Но я считаю, конечно, что это вещь, супер вещь. И такая вещь должна быть в гардеробе, конечно, у каждой девушки, девочки, возможно, даже женщины. Все зависит от образа. Понятное дело, что этот рюкзак, он никак не подойдет к деловому стилю. Итак, мои дорогие подписчики, этот рюкзачок пока убираю. Будет он храниться и лежать в том виде, в котором он пришел, для того, чтобы этот рюкзак ждал свою победительницу. Победительницу от нашего розыгрыша и, конечно же, свою новую хозяйку. Подарю абсолютно любому победителю. Главное, участвуйте, пишите комментарии уже сейчас. Розыгрыш объявляю открытым. Официально. И через 3 недели я опубликую видео с итогами, в котором расскажу, кто же победитель столь стильного рюкзачка, и эту модную вещь отправлю. Теперь у нас немножечко разгрузился внешний вид, и давайте откроем вот эту коробку. Посмотрим, что же у нас здесь. Эту коробку мне привез магазин Озон. Здесь милый, очаровательный пупс девочка, который умеет ходить. Да-да, это тоже серия пупсов, которые умеют ползать некоторые, некоторые умеют ходить. У них вот такие вот шальные, веселые глаза. Видимо, от первых шагов или от первых ползков. Кукла достойная внимания, очень интересная. И она обязательно будет на обзоре на канале Шалундрики. И также я эту куклу потом разыграю. Так вот, мои дорогие, кому интересно, обязательно подписывайтесь на тот канал. А вот на обратной стороне как раз и нарисованы наша куколка и еще 3 других, что они могут ползти, сидеть и что-то делать еще, наверное, прыгать. Куколка эта должна быть очень качественная, потому что бренд себя зарекомендовал и достаточно известный. И это у нас была 3-я посылочка. И осталось у нас 2 огромных посылки. Давайте с этой и начнем. И это, мои дорогие, супермашина. Внедорожник.
Вентура 4x4, 4-wheel drive. Это очень хорошая машина на радиоуправление. Она достаточно дорогостоящая. Она из тех автомобилей, которые у меня уже были на обзоре на канале Шалундрики, самая дорогая. Я не скажу пока, самая она интересна или нет, но я думаю, что да, вещь стоит дороже, чем все остальные, то она стоит дороже не просто так. Значит, что-то в ней есть особенное. Ну, вернее, функции должны лучше работать, или внешний вид интереснее, или должно быть что-то такое, за что берут деньги не просто так. Все это мы посмотрим, обсудим и обязательно протестируем эту машину на канале, который посвящен у меня обзору игрушек, соответственно, на канале Шалундрики. Поэтому, кому интересно, обязательно смотрите, ждите. А сейчас мы можем только оценить коробку. Что здесь вот рассказывают про подвеску, про двигатель. Двигатель здесь должен быть очень мощный. Работает от аккумулятора. Заряжается который от сети. Скорее всего, резиновые колеса. В общем, должна быть очень интересная, мощная машина. Должна быть красного цвета, как нарисовано на упаковке. Ну и помимо обзора, что я могу сказать? Конечно, эта игрушка обязательно будет разыграна на канале Шалундрики среди подписчиков, комментариев и лайков под видео, посвященный обзору этой машины. Она очень тяжелая. Даже по весу чувствуется, что это вещь-автомобиль. И осталась у нас последняя посылочка, 5-я по счету. Эту посылку мне также привезли с Алиэкспресс. Давайте посмотрим, что же внутри. Наверное, уже те, кто смотрит этот канал, знают, что обычно в таких посылках чаще всего опять-таки что-то приходит мне для того канала. Ну, так и есть, дорогие мои. Ну что же, вот мы в основном заказываем много как раз-таки для канала с обзором игрушек. А тут ведь распаковка. И, по сути, распаковываю я все, что мне приходит. Но, здесь будет на этом канале тоже много всего интересного, нужного, полезного. Прекрасные розыгрыши, как, например, вот этот стильный рюкзачок. И вообще, кому интересно, посмотрите информационное видео на этом канале, где, в общем-то, показаны, какие призы ждут вас здесь. Видео интересное, быстрое. Кстати, здесь у нас две посылочки оказалось. Мы ее откроем попозже. Вот этот материал очень хороший, упаковочный, воздушный. Надежно защищает. А здесь у нас, мои дорогие, куколка. И не просто куколка, а кукла стиля Reborn. А Reborn означает рожденный заново. Куклы этого стиля сделаны по образу и подобию настоящих живых детей. И внешне очень похожи на них. Как правило, с такими куклами идут различные аксессуары. И здесь мы видим такую мягкую игрушку. Это жирафик. Розовый, значит, у нас там девочка. Здесь отдельно наряд. В упаковке еще пустышка. Также здесь мы видим заколки, кроссовки. Ну и все остальное. А вот и сама куколка. Конечно, куклы эти смотрятся очень красиво, когда их оденешь. И я обязательно это сделаю. И покажу эту красотку именно во время обзора. И также потом эту куклу я разыграю среди своих подписчиков. Как и всех остальных кукол в стиле Reborn, которые есть уже у меня на том канале. Поэтому, если кому интересно, у кого есть девочки, у ваших, возможно, знакомых есть девочки, кому было бы интересно получить в подарок такую куклу, а куклы эти все-таки достаточно дорогостоящие, то, пожалуйста, поделитесь информацией, скажите, передайте, и пусть подписываются на канал Шалундрики и ждут, когда там будут розыгрыши, обзоры и так далее. Но у нас, как оказалось, есть еще одна посылочка, получается 6-я, которая была вместе с куклой Reborn. Посмотрим, что же здесь. Что же здесь нам пришло. Тоже все надежно упаковано. Воздушную защищающую пленку. Здесь, оказывается, тоже куколки. Да какие красивые эти куклы, они шарнирные, дорогие мои. Видите, соединение. Ножки сгибаются во всех суставах. То есть голеностопный, коленный, бедро, ручки, голова. Посмотрите, какие красивые. Очки в комплекте были. Ой, ну прелесть просто.
Да чего же она миленькая, какие у нее длинные волосы, шикарные просто. Их тут три, и они все разные. А ноги гнутся абсолютно в разные стороны. Не просто вперед-назад, а еще влево-вправо, практически по кругу. Шарнирные куклы, они очень ценятся. Все они, кстати, с очками. И я знаю, что очень многие занимаются коллекционированием этих кукол. И выглядят они просто чудесно. Ну что ж, мои дорогие, конечно, эти куклы, они тоже для канала Шалундрики. И они там обязательно будут на обзоре. И обязательно будут участвовать в розыгрыше. И возможно, что сразу во время обзора я и объявлю розыгрыш. И возможно, что и разыграю практически сразу все три куклы. Ну, еще я не решила это, я просто пока так говорю. Но то, что я их однозначно подарю, это будет 100%. Они небольшие, эти куколки. Где-то примерно 16-17 сантиметров. Ну, очень красивые. Я прям, для меня это прям даже неожиданно как-то. Я не думала, что они настолько красивые. Дело в том, что в основном заказывают, подбирает ассортимент для обзоров мой супруг. И вот таких кукол красивых он заказал. Бывает, даже не все он мне показывает, что подбирает. Ну что ж, мои дорогие, на этом распаковка подошла к концу. Это была у нас последняя посылка. И, как обычно, у нас, в общем-то, в основном все было состоящее из игрушек. То есть все то, что пойдет на канал Шалундрики, кроме того, что здесь будет разыгран рюкзак. И очень красивый рюкзак. Модный и стильный рюкзак. И этот рюкзак я через 3 недели разыграю. Поэтому я напоминаю, что уже идет розыгрыш. Он уже начинается. Уже пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш канал. При соблюдении этих 3 условий этот рюкзак кому-нибудь из вас, мои дорогие, достанется, а я буду рада его вам подарить. Пришла пора прощаться. Надеюсь, видео вам понравилось, было интересным и, может быть, даже полезным. А если это было так, то в любом случае ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного абсолютно для всех. И призы будут у нас самые разные. А также не забывайте поделиться этим видео со своими друзьями, знакомыми, возможно, даже с соседями, всем, кто бы хотел поучаствовать в розыгрыше этого стильного рюкзачка. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр и пока-пока. До новых скорых встреч!